Необычным событием стала встреча представителей отделения ГАИ по городу Заречному и отдыхающих в детском оздоровительном лагере «Звездочка». Ожидая гостей, ребята были удивлены размахом мероприятия. Старший государственный инспектор Евгений Васильевич Новиков поприветствовал ребят и стал рассказывать о функциях патрульной машины и сигналах. Добрый день, мы приехали, чтобы ознакомить вас с патрульным автомобилем, на котором ежедневно несут свою службу дорожно-патрульная служба. Все желающие, подходите поближе. Патрульный автомобиль представленный, специально используется для патрулирования улиц города. Также он зачастую используется, чтобы догнать преступников. Для этого на автомобиле используются специальные сигналы, не только звуковые, но и световые. Как мы сейчас видим, сейчас включена сигнализация. Максим Валерьевич нам продемонстрировал уже звуковую сигнализацию. Звуковая сигнализация используется в нескольких звуковых тонах. Это специально для того, чтобы предупреждать участников дорожного движения, в том числе и пешеходов, о приближающей опасности. Также ребятам разрешили нажимать на сигнальные кнопки. Школьники узнали много нового о спецтехнике. Им разрешили рассмотреть патрульную машину поближе, посидеть в ней, покрутить руль. Отдыхающим продемонстрировали преимущества машины, маневренность и скорость. Вот Максим Валерьевич вам продемонстрировал. Полицейский разворот, так называемый. Еще раз попросим его. Спасибо Максиму Валерьевичу. Теперь можете подойти, потрогать, победить. В детском оздоровительном лагере «Звездочка» такое интересное мероприятие проходило впервые. Для детей оно было познавательным и интересным. Дети поделились своими впечатлениями о событии. Машина каталась, как катается за преступниками. Это было очень клево. Показывала, как избежать нежданную ситуацию. Я желаю, чтобы дети всегда, скажем так, соблюдали правила дорожного движения. И на их жизненном пути всегда был зеленый свет светофора.